Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Final Fantasy 9. Так, мы выбрались из клетки недавно, и сейчас мы пытаемся удрать от охраны. Так, дальше каждый сам за себя, удачи с высочеством. Мне нужно спасти моего брата. Бессердечный трус. Что это? Опа! А вот и мы, братва. Привет, братва. Ты, что ты тут делаешь? Штайнер, ты в Александрии? Что ты несешь? Конечно же, в Александрии. Я должен выбраться из этого проклятого подземелья. Блин, толку от тебя никакого. Народ, погнали. Почему никто никогда меня не ждет? Ржавиатор. Шевели доспехом, Мэри в опасности. Что ты несешь? Какая опасность может угрожать принцессе здесь в замке? Артём говорит правду. Мы только что были на Алой Розе и подслушали разговор королевы. Она сказала, что как только она вернется в Александрию, Мэри будет казнена. Это правда? Да, черт тебя побрал. У нас есть полчаса до возвращения королевы. Погнали. Так, это значит, что полчаса. Игра на время. Так, что за дела? Ну мы же не побежим полчаса вот так. О, Маркус. Мочилова. Опа. Слушай, Маркус, ты крут, спасибо. Что ты тут делаешь? Ладно, плевать, побежали. Рассказать, мне нужно в злой лес помочь Бланку. Удачи тебе, мы должны найти принцессу. Все, спасибо, что помог. Я не знаю, куда мы идем. Надо найти принцессу. А где ее держат, я не знаю. А? Ну, можем не сражаться ни с кем. Привет. Пока. Хе-хе. Я не знаю, где держат принцессу. Вот в чем дело. Черт. Я реально не знаю, где ее держат. Так. Ну, в принципе, F1, да. Ускорим просто атаку и завалим быстренько всех, да. Мифриловый меч? Карта? Что, мы карту мифриловый меч нашли? Так, это кухня, это нам не сюда. Да ё-моё! Нам надо за полчаса бежать весь замок. Все. Так. Мы еще не раз тут прокачаемся. Я не знаю, где она, правда. Поэтому придется обижать весь замок. Стоп, я догадываюсь, где она. Стоп, не-не-не. Она вот здесь. Она в одной из этих трех комнат, я уверен. Ну, мне так кажется. А? Пока покой королевы, выходит из комнаты, иди направо. Тут ничего не заныкано? Не. А, иди направо, понятно. Ай-яй-яй. Ну ладно, фиг с ним, смахнемся с ней. С ними. Просто атака, обычная атака. Да. Так, тихо. Все. Ага, сюда мы не можем попасть. Ладно, пошли в покой королевы. Может, принцесса там? А? Где же она? Тихо. Я вижу, что он горит. Я хочу вот тут осмотреться. Пока есть такая возможность. Ага, ну все, да, я так и знал. Ну, светильник светится фиолетовым. Странно же, да? Попробовать подвинуть. Ну, логично же, да? Чему я удивляюсь? Логично все. Так, тихо. Я знаю, что я делаю. Тихо. Да, я знаю, что я делаю. Палатка.
Ледяное сердце. Ледяное сердце? Что это за предмет? Ледяное сердце, это... Нет уж, давайте быстренько снаряжение. Я уверен, что это меч тебе. Ледяное сердце. Да, оно увеличило его урон просто невообразимо. Так. Нам нет, нам не эта сторона нужна. Нам нужна вот эта. Ну или, слушайте, с лестницей круто сделали. Соглашусь, с лестницей реально круто. У нас 25 минут. Ну, в принципе, да, как бы несложно было совсем. Смотрите, а там... А, нам наверх. Понятно. Нам надо как-то эту хрень поднять. Да. А, нам надо принцессу здесь найти. Артём? О, нашли. Спокойно причем. 25... За 5 минут нашли. Супер. Что ты тут делаешь? Не в своем дело опять лезешь ты. Ну-ка. Посмотрим, что из себя эти клоуны покажут. Так. Атака. Мастер меча. Нет. Просто атака. Атака. Черная магия. Огонь. Арли. Метеориты! Охренеть! Слушай, ты крут. Но я тоже не лыком шит. А, черт! Я Вики использую... Я не то использовал на Вики. А? А чё вы убежали? Зассали, что ли? Хе-хе. Будь вы все прокляты, вы ответьте за это. Неважно, это покончить с Гарнет мы. Опоздали вы. В смысле? Чё случилось? Мэри, это я. Мэри. О, нет. А, принцесса. Нет. Принцесса, пожалуйста, простите меня. Не в ту сторону молишься. Опять не в ту сторону. Я не заслужил быть рыцарем. Я даже не достоин жить. Ее сердце все еще бьется. Да, я чувствую. Нам нужно как можно скорее вытащить ее отсюда. Еще не хватало на Брану сейчас напороться. Мэри, все будет хорошо. О, события. Узы дружбы. Интересно, что это такое? О! Фух, устал я от этой беготни. Так, нельзя останавливаться. Держись, брат, я уже скоро. А? А что ты спад... Давай поднимайся. Кто его поднимает? Так, во-первых, мы можем сохраниться, слава богу. Хм, наконец-таки. Так, время. Таймер. Нет, стоп. Не запись, а отдых. Отдохнуть. У нас 14. Как-никак. Палаток. Можем и отдохнуть. Да? А вот теперь запись. Ну, раскачать принцессу надо бы. Да, надо бы. Она нам бы очень сильно помогла, если была раскачанной. Все, 14 тысяч, 11 часов. Ну, купить мы ничего не можем все равно. Кстати, а нас пятеро? Так. Да. Нас, к сожалению, пятеро. Так, стоп, подожди, способности. У Штайнера. Разрыв сознания. Снижает магическую защиту противника. Фигня. Пожиратель людей, прикрытие. Ну да, ничего не изменилось. Нам вниз. Ну я почему-то хочу вниз добежать.
Не, рычага тут нету, то есть мы эту хрень не опустим. Ладно, тогда нам наверх. Но благо 25 минут, да, как бы... Вот эту штуку надо как-то... Вот ее как-то надо поднять. Вот выход, я уверен. Или это какой-то потайной вход? Я не знаю, но это стопудово какой-то выход или проход куда-то. Спасибо. Быстро. Так. Я не думаю, что нас кто-то преследует. Ну да, мы же со всеми разобрались. Ха-ха. Моя королева. Зачем вы так поступили? Я посвятил всю жизнь службе вам и принцессе. Да, почему вы причинили вред принцессе? Почему? Штайнер. Артём. Думаю, она проснется. Конечно, она просто устала, вот и все. Ребят, пусть Мэри... так, маленько отдохнет, хорошо? Да, все не против, спасибо. Ну, нас четверо. Я не знаю, кто, что там за утконос будет. Так, если бы я прибыл сюда чуть раньше... Мне так жаль, что я не успел. О, сейчас что-то Штайнер выдаст. Что это с тобой? Ты на себя не похож. Давай, назови меня глупцом, скажи, что это все моя вина. Нет. Ха. Я не стану этого делать. Я не знаю, что я сейчас чувствую. Не могу видеть ее с такой, в таком состоянии. Штайнер. А, опа, клоуны. Они здесь, вот они. Вам не уйти. Не уйти вам. Что произошло? Опять. С возвращением, Штайнер. Где ты был все это время? Только не говори, что ты пропадал в компании этих преступников. С преступниками, да ты посмотри на себя и свою жирную королеву. Все, с меня хватит, сейчас ты огребешь по полной. Упрямые глупцы, никак не уйметесь. Да ладно, мы опять с ней мочить ее будем? Опять один, ну хотя бы одну, без клоунов. Меня клоуны бесят, потому что. Так, атака. Атака. Ах ты сволочь. Атака. Черная магия, огонь второго уровня. Крит, 6 сотен. Ну мы ее завалим хоть на этот раз-то, или как? Ну это фигня. А, 4 сотни это нормально. Давай. А ты давай на себя. 690 урона. Лечение второго уровня. Ой, я Вики использовал. А, я не так использовал Вики. Смотрите, какой у нас меч крутой. Нахрена ты себя его вылечил, идиот? Давай, вали ее. Шок. Охренеть! Ты меня... 1650. Она жива до сих пор? Сколько... О, смотрите, опять. Я разгромлю всех врагов. Взрыв боли. Какая у нее способности? Прочь с глаз моих. Как она всех срывает, просто на куски разрывает. Ну и жалкое же зрелище. Подожди секунду. Ты же генерал Александрии. Все, выжил, да? Какой твой долг? Долг генерала королевства. Разве ты не должна защищать свою принцессу? А теперь взгляни, кто там лежит. А это же... Это не может быть. Принцесса. Значит, это правда. Королева действительно хочет убить ее. Что? Нет, королева никогда бы так не поступила. Штайнер, настало время тебе принять правду. Наконец, я посмотрел правде в глаза. Все это время я пребывала в заблуждении. Неприятно это говорить, но это железная леди права, дружище. На твоем месте я бы к ней прислушался. Да, простят меня народ, бурмецы и клееры.
Слишком поздно искать прощения. Сдохни и протыкай ее насквозь. Но ты все еще можешь спасти принцессу. Фрея, я говорю это потому, что верю в твои силы. Помоги принцессе. Я не уверена, получится ли. У тебя лечение второго уровня, твою мать. Ты можешь сделать все, что угодно. Но я попробую. Надеюсь, это сработает. У тебя лечение второго уровня. Необратимо это заклинание. Она пожертвует собой, что ли? Или что? Это бесполезно. А может, клонов убьем? Ну, так, на всякий пожарный. О, получилось. А железный... А? Ох. Ваше высочество, как вы себя чувствуете? А, что происходит? Моя голова, что произошло? Мэри! Ух ты, принцесса! Вы все здесь. Что за шум? О, королева приперлась. Принцесса очнулась, ваше величество. Похищают принцессу, а не ваше величество. Бран. Вы извлекли Эйндалонов из ее тела. Извлекли, ваше величество. Ваше величество извлекли. Ну и чего же вы ждете? Бросьте ее в темницу. Да, ваше величество. Я этого не допущу. Ты осмелишься мне перечить? Ваше величество, мой долг защищать принцессу. А вы более не принимаете и не причините ей вреда. Все вы немедленно уходите. Я остаюсь. Артем, уходи сейчас же. Вы решили объединиться? Поспешно, избавьтесь от них. Мама? Фрея. Врама... Так. Вмажь им всем. Не волнуйся. О, уходим. А ты чё стоишь? Железные штаны. Постойте. Типа 2 на 2 будем махаться? Кусач, откуси им головы. Откуси им головы, кусач. Интересно, что сейчас произойдет? Два клоуна и псина? А нет, просто псина. Беатрис. Белая магия. Лечение. Нет, стоп. К святой... Так, ну-ка. Молниеносный порез. Охренеть. Блин, вот это вот бабу нам надо в 19 уровень. А, ну и галды мы получили немножко. Так. Ха-ха. Псина тупая. Она нам ничего не сделает. Если, конечно, она сейчас вниз не спрыгнет. Или может вернуться и завалить ее? Это было бы классно. Так. О, наконец-то. О, маги, привет. Ну, о, черные маги. Проклятие. Да нет, фигня, фигня. Смотрите, это новые маги, у них посохи какие-то. Блин, чем дальше, тем эпичнее. Я прям в шоке. Мне прям радует. Так, у нас принцесса. Ага. Огонь второго уровня. Ну, плевать. Черная магия, огонь. 3.14. Мэри все равно пока не может колдовать призыв. Да. Но они слабоваты. Смотрите, они живы. 725 ты сносишь. Офигеть. А ты крутой. Не, смотри, 725 снес. Интересно, а нам новое оружие дадут? Так, 18 и 9 уровни. 471, 1000 ос. Офигеть. Так, тихо. На максимум восстанавливаем всем здоровье. Ну да, у нее 9 уровень, она бесполезна. И чё мы ждем? То есть она заново не... Псина. Ну ладно, у нее 900 урона ей нанесли. Две псины, черт. 900 урона ей нанесли, она сдохла. Мэри. Офигеть, а псина его лизнула, и он уснул. Готов. 1200, нифига себе. Молния второго уровня.
Почему 140 на этот раз? 1125. О-о-о-о. Рыцарь крут. Хоть и 12 уровень, но... Три уровня сразу же. Но рыцарь крут. Рыцарь крут. Ничего не скажешь. Нас вообще не атаковали, потому что мы спали. Так, ну... А, стоп, подождите. Снаряжение. Ага, ясно. Штайнер. Все понятно. Принцесса. Все ясно. Это самое крутое снаряжение. Так, мы убегаем. Где Штайнер? Да бежит он, бежит. Спускается медленно. Эй, пошустрее никак. Что я делаю? Ты чего там застрял? Беатрис все эти годы служила королеве, а теперь сражается против нее. Фрейя потеряла своих товарищей, но не боевой дух. Королева ни за что не спустит им такое, она убьет их обоих. Артем, позволь попросить тебя об услуге. А че это ты внезапно такой вежливый? Уведи принцессу Александрии, профессор Тот сможет помочь ей. Уверен, он не откажет в помощи ни ей, ни нашему королевству. Да не вопрос, мой желанный друг. А, не волнуйся, мастер Штайнер, мы доставим ее к профессору Тоту. Артем, мастер Вики, я полагаюсь на вас. Ваше высочество, я прощаюсь с вами. Штайнер, нет! Все сражаются за меня, именно. Они сражаются за тебя, за себя и за Александрию. Они отдадут все за правое дело, мы сделаем это самое. Мы не имеем права бросить все на полпути. Вперед. Но шевели булками. Ох, ёпта. Не сейчас, принцесса, у нас гости. Теперь нас трое, да? Против псины. Супер. Штайнер слинял вовремя. Реально, Штайнер слинял прям вовремя. На тебе, сдохни, тварь пушистая. Блин, ну это вообще все разбежались. Так, ее надо вкачивать. Принцессу надо прям качать и качать. Ладно, двигаем. Принцессу, да, надо хорошенько прокачать. О, смотрите, мы с псинами воюем. А, это они воюют с двух сторон. Давай. Так, ладно, ну... Я даже не знаю, какая у нее простая атака. Я не хочу этого знать, мне это неинтересно. Так. Гнев небес. Гнев небес. А это массовый урон. А гнев небес силен. Но мы все же круче. Так, кстати, мы Фрейю прокачиваем, да? Да. Новый уровень, 787. Блин, мы сейчас тут еще и бабок поднимем. Они сильнее, чем я ожидала. Бой еще не окончен. О, Штайнер бежит. Беатрис! Фрейя! Штайнер, что ты тут делаешь? Я капитан Александрийский Адельберт Штайнер из Александрии. Окажите мне честь позволить сражаться на вашей стороне. Хватит болтать, в бою. Ну ладно, их всего двое. Но это не фигня. Так, она использует гнев небес, а мы добиваем последних. Минус один и минус... А, молния второго уровня, черт. Интересно, она к нам присоединится? Ну, в плане... навсегда. Ха, было бы круто. Я бы на драконов с ней пошел. Ну, тех самых драконов, которые меня убивали на раз-два. Так, мы оттуда пришли, значит, нам сюда. Опа! Да ёпта! Какого? Ха-ха! Опять эти клоны, они снова попались. Они глупые такие. Ах вы мелкие ублюдки. Ублюдок, зато умный, да? Хи-хи-хи. Эй, там, в клетке, помощь не нужна? О, Артём, ты как? Бланк! Супер! Братва снова в сборе. О, стоп. Брат, поспеши. Подожди, тело еще плохо меня слушается.
Ой, блин, я пропустил диалог. Кто такая Мэри? Артем обязался, ну, обязался новой пассией? Не знаю, чего ты вообще о чем? Я не понимаю одной вещи. Все вопросы потом двигаем. Как скажешь, чувак. Почему он жив? Этот парнишка споткнулся. Мы пришли прямиком из злого леса. И кто-то ему дал руку. Блин, я люблю вас, парни. Опа. Артем, двигай туда. Сядешь на Гарганта. Бланк. Маркус. Сматывайся отсюда, мы разберемся. Тут полно нехороших ребят. Парни, за мной должок. Валим отсюда. Все, валим. Слава богу, не придется дальше болтать. Да ненавижу вот разговоры. Махачи всегда были веселее. Так. Это значит Гаргантов тоннель. Мэри, все хорошо. Ну да, не отвечай. У тебя и так голова кругом от всего этого. Что-то приближается. Это Гарганта. Это Гарганта? Он огромный. И мы на него, на нем поедем? Ладно, погнали, у нас нет времени. Мэри, не тупи. Я не знаю, что теперь делать. Я тебя умоляю, почему, думаешь, они остались сражаться и выгнали нас? Они сражаются не только за меня, но и за все королевство, за свои принципы, за свое и нашу свободу. Беатрис, Фрея, Маркус, Бланк, даже Штайнер. Как говорил один мой чернявый приятель, слушай свое сердце. Все, погнали. Валим быстрей на Гарганте. Хорошо. Вы что? Я уже думал, без меня уеду. Так, куда мы направляемся? В Трено. Там сообразим, что делать дальше. Трено! Ай! Это же опять... Серьезно, опять червяк? Ух ты! Это Глисту испугался Гаргант? Я уже сражался с похожим монстром раньше. А, точно! Там был какой-то этот змей. А это что? А это такой же змей, только уродливый. А, какая мерзость-то. Шипастая мерзость. Атака. Ультразвуковая волна. Атака. Он меня уменьшил! Я теперь... Реакция на атаку. Ушел в оборону. Да плевать. Мощь земли. 180 урона. Меня уменьшили, люди! Кто-нибудь мне хочет помочь? Если нанести ему достаточно урона, он слиняет. Реакция на атаку, защита. Опять один урона. А сейчас что? Мощь земли опять? Так, давай лечи. Раз ты бесполезен. Опа, молния тебя хорошо бьет. На тебе еще 168. Да мне плевать на защиту. Опа, реакция на атаку. Опять мощь земли. Я думал, что Вики сдохнет. Не, ну меня уменьшили, это что за бред? Снадобие. Ой-ой-ой-ой-ой, как я... Проложал. 23 урона. Блин, я кажется, сейчас у нас два героя сдохнет. Нет? О-о-о! Транс. У нас оба в трансе. А это означает, что мы можем две атаки провести. Тихо. Черная магия. Черная магия. Она уменьшила его. Ах ты сволочь. Два заклинания. Молния.
молния. Посмотрим, как ты на это отреагируешь. Мощь земли сейчас, да? Принцесса сдохла. Нет, стоп, предметы. Давай, молния два раза. Молния два раза, я сказал. 800, и ты живой, сволочь! Какой укол? Ты чё? Давай два раза огонь тогда. Я не знаю. Плевать, он еще раз огонь может использовать. Все, мы сдохли. Уничтожен. То есть я здесь проигрываю, по факту. Так, надо что-то придумать. Блин, слушай, он меня уменьшил и все, я бесполезен. Реально. Куда мы? Ну, понятно. Он меня уменьшил и все, я ему урон наношу, а ему плевать. И у нас зелий нету. То есть, когда он использует блок, надо... Ну, то есть, чтобы не было реакции на атаку, надо лечиться в этот момент. Ну, давайте попробуем второй раз, я не знаю, блин. Прокатит вообще. Погоди, у меня есть идея. Есть идея у меня. Нет, стоп, никакое лечение. Во. Я понял. Попал, е-е-е. Yeah. 48 крита. Реакция на атаку. Мощь земли. Ушел в оборону. Вики, сильное зелье дадим, потому что он сейчас снадобье. Вики, сильное зелье. Тебя еще подлечим. Нет, стоп, никакой атаки. И Артему подлечим. Давай. Я понял с ним стратегию. Реакция на атаку. Да. Предметы, зелья, кого подлечить? Никого. Ладно, тогда... А, подождите. Черная магия, я знаю, что... Молния, замедление. Замедление сделаем ему. Защита на Артема. А ты ловкость рук сделаешь клинок души. Во, мы сейчас тебя устроим. Реакция на атаку будет? Нет? Ну тогда сдохни. Панацея. Вики. Ага. Эфир. Вики. Предметы. Так. Ну, понятно. В принципе, понятно, как с ним сражаться. Лекарство на Вики используем. Может, он сейчас вырастет. Еее! Черная магия, огонь. Предметы. Снадобья на Вики. Ну, стратегия мне понятна. Ловкость рук. Воровской нюх. Как это ультразвуковая волна? Ты меня опять уменьшил? Предметы. Лекарства. Артем. Атака. Вермис. Жилет с бриллиантами. Пух феникса.
То есть, в принципе, кражу можно использовать пару раз. Нет, стоп, он сейчас... Кража, он сейчас реакция на атаку. Мы сейчас воровать будем у него. Черная магия. Нет, стоп. Концентрат... Нет, стоп. Черная магия. Замедление. Белая магия. Лечение. Защита. Покров. Размягчение. Кража. Давай, огонь. Ща мы его убьем. 800 урона. Мы завалили эту тварь. Слушайте, это было несложно. Не, ну да, я, конечно, поднапрягся, но... Бодрость, покров, автоснадобие, убийца, ОС 7. А, то есть ОС это прокачивает наши способности. 1404 голды и 2 эфира. Фу, он снова движется. А чего так медленно? Эй, а побыстрее нельзя? Не кричи на него, бедняга напуган до смерти. Но, опа, видишь, он может и побыстрее, молодца. Артём, нет, смотри. Опять эта тварь! Ага! Блин, он преследует нас. Мы проскочим трена, если не остановимся. Интересно, что нам делать теперь надо? О, жуки! Кнопка. Да? Жуки. Кнопка. Жуки. Что? Я думал, кто-то нажмет на кнопку. А, мы сейчас кругаля нарезать будем. Ничего нам делать? Я одну такую тварь убил, опыта не получил. Кажется, мы только что проехали трену. Вот же хреноход. Мы не можем соскочить на такой скорости. Артём, смотри. А? Зараза. О, нет. Тоннель. А-а-а! Мы разобьемся. Нифига себе, он гонит. Держитесь крепче. Пригнитесь. Что произошло? Там был свет. Мама. И мы в что-то влетели. Что-то горит. Ваше Величество. О, теперь у нее в защите эти. Не, не... Так, нет, стой, прислуга... На дороге у мам... пропустите нас. У на... так, у меня настойчивый приказ не пропускать вас обоих. Королева Брана очень вам недовольна. Так. Вы еще здесь? Пошли прочь. Гости королевы прибыли. Впустите их. Я доложу ее величеству. А, ваше Величество. О, она бесится. Да, Ваше Величество. Пусть заходят, вы двое убирайтесь вон. Что это значит? Королева Брана крайне огорчена тем, что вы позволили принцессе ускользнуть с медальоном. Свободны. Так, интересно. Ну, я так и знал, что все дело в медали. Что делать нам теперь? Мы не можем без приказов королевы. Сначала скажем гостям, чтобы входили. Ну, задница какая-то. Так, фью. Что за вид? Это еще кто? Ты кто? Прочь с моей дороги. Во-во, вот этот чувак, он будет с нами. Он присоединится к нам, вроде как. Ведите себя прилично в присутствии королевы. Да ты понимаешь, с кем говоришь? Я Лани. Сильнейшая и прекраснейшая в мире охотница за головами. У нее крутая секирка. Охренеть. А ты кто? Кто вот этот вот парень? Он будет с нами, вот эта утка. Рада встрече, Ваше Величество. Слышала, ваши дела не очень хорошо. Так, где твои манеры? Впрочем, что ждать от простолюдинки? Полагаю, вы меня наняли не из-за манеры, Ваше Величество. Фу. Так, этим скалы, так понимаю, пошли прочь. Так, перед вами стоят две задачи. А, первая. Вернуть медальон сокровища Александрии, похищенной принцессы Гарнет. Вторая. Умертвить черного мага, который путешествует с ней. Черного мага? Бездушную куклу. Ошибку
в эксперименте, которая служит оказалась на свободе случайно. Он ошибка? Я не знаю, что у вас там с принцессой, но если она и ее компания окажет сопротивление, просто отбери медальон и у гнусной девчонки. Превосходно. Мнение терпится. Скорее пустить мой топор в дело. Жаль, что это продлится недолго. Ха-ха. Всего доброго, Ваше Величество. Так, вот эта вот утка, вроде как человек с рыжей шевелюрой. Да, он вроде как бы помогать будет нам, я не знаю. Правда, что с принцессой путешествует мальчишка с хвостом. Проклятая мартышка, я удвою вознаграждение, если ты разберешься с ним. Я был прав. Я выполню вашу просьбу после того, как прикончу его. А? Что? Что-то я не вгоняю. Походу, он не с нами будет. Докладываю, Александрийский флот вернулся. Алая роза готова к полету, Ваше Величество. Наконец-то. Отбываем немедленно. Я так понимаю, я догадываюсь, куда они летят. Да, я догадываюсь, куда они летят. К этому, к жуку. Королю, которого в жука превратили. Пинас Рокс. Мама? Что, прости? Мэри, я... Вики, у нас получилось? Где мы? Это остроконечные скалы. Должно быть, мы около Линдблюма. Да, Линдблюм, остроконечные скалы, Линдблюм. Гарнет увез нас так далеко. Где Фрея, Штайнер, Беатрис и Артем? Он пошел разведать. Мэри, ты проснулась? О, привет, обезьяна. Как ты себя чувствуешь? Я вот сейчас прервусь на секунду. Я думаю, что тот парень с рыжей шевелюрой будет с нами. Я не знаю, что у него, какие у нас с ним проблемы. Но на картинке, на заставке, он есть. Еще какая-то маленькая девка с фиолетовой башкой. Вот, скорее всего, они будут с нами в одной команде сражаться. Так. Артем, где же все? Без понятия, мы реально далеко от Александрии. Да не кипишуй, ты так, ребята из Танталуса с ними. Прошло уже много времени, они должны быть уже в трену. Как думаешь, мы сможем позаимствовать воздушный корабль в Линдблюме? Трена от Южных Врат всего в паре шагов. Точно. О, старикашка, ты еще кто такой? Быть может, друг, быть может, враг. Меня зовут Рама. Раму, где-то я слышал ваше имя. Я прочла вас в книге, посвященной магии призыва. Вы должно быть Раму Громовержец. Тебе известно о том, что твоя магия уничтожила Клейру. Тебе известно о том, что твоя магия уничтожила Клейру. Это вот нихрена. Офигеть, Эйдолон повинуется воле того, кто его призвал. В этот раз он выполнил приказ женщины, обуреваемой непомерной жадностью. Нет, мама. Я не могу поверить. Я была в заключении, когда Клейра была уничтожена. Мэри, не вини себя. Они знали, на что шли, поэтому они остались. Почему? Это правда, что не ты была виной разрушений. Но спрошу я тебя, что ты будешь делать сейчас? Если бы я была сильнее, если бы я могла воспользоваться магией призыва. Да, 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 магией призыва. Молю вас, помогите мне. Да, помоги, помоги, помоги. И причините еще больше разрушений. Я более не стану убегать. Ух, ни хрена себе, Дидан, да ты крут. Много лет прошло с тех пор, как я кому-то служил. Я должен проверить тебя, чтобы убедиться в том, что ты достойна быть моей повелительницей. Офигеть! Мы какой-то мужик крутой будет нам помогать. Я спрячусь в лесу 5 отрывков некой истории. Эта история — история о герое. Собери все 5 частей этой истории. Если ты сможешь сложить все части этой мозаики воедино, я стану твоим Эйдолоном.
так, у нас будет какой-то, не знаю, хрен пойми кто, который будет нам помогать. Прости. Я понимаю, мы должны спешить. Все нормально, Мэри. Я тоже помогу. Большое спасибо вам обоим. Все? Слава богу, идем куда-то. Так. Давайте-ка на этом пока что закончим. Продолжим уже в следующей серии. Давайте сначала сохранимся. Да, у Купо. Давай запишем Купо. Да, сохранимся и будем на этом пока что заканчивать. Ну это просто шикарно. Это... Я просто в шоке. Это шикарно. Вот все идет охренительно круто. Так, все, мы сохранились. Ладно, давайте-ка пока что мы на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.